6 мая 2015 года. С вами Виктор Дулин. Мы с вами находимся не на моем участке, а на участке моих соседей, которые не знают, куда избавляться от мусора. И я предлагаю им свои услуги. Вот конкретно. Вот видим, сколько мусора у этого моего соседа. И он в надежде, что когда-то это применит, сюда в кучу стаскивал, но, тем не менее, так и не стащил, и предложил мне вот это все забрать. Конечно же, я все с удовольствием заберу, абсолютно все, кроме вот этой лодки. Я уже у него довольно-таки много чего забрал. Он сам предлагал. Вот тут через сетку мы рамы перетаскивали. Ну, как видим, у него теперь стекло у него забрал порядка 300 килограмм. Ну, как видим, порядок, вернее, беспорядок ни у одного меня на дачных участках. Но был еще больше, и я прилагаю все усилия к тому, чтобы этот беспорядок уменьшить. Ну и со временем перетащу вот эти кирпичи, как немножко разберемся с посадкой наших растений. И, соответственно, покажу вам результаты того, что я сделаю из этих кирпичей. Я сделаю из этих кирпичей вермифабрику ящично-секционную, которая не будет, как металлическая, у нас стягивать ее борта, не будет внутрь, не будет ее раздвигать, поскольку будет сделано стационарно из кирпича, как забор, начиная с одного из углов нашего участка. Ну и, соответственно, уменьшится количество того хлама, который сейчас существует как на нашем участке, так и на участках соседей. Я им в этом стараюсь помогать, и они мне за это благодарны, поскольку не нужно им вывозить это на свалку, и они видят, что то, что когда-то они стаскивали на свой участок в надежде привести все это в надлежащий порядок или пустить дело, но по тем или иным причинам, а причина у нас в основном возраст, соседи у меня в основном, так скажем, великовозрастные мальчики и девочки, которым далеко за 60, и вот соответствующим образом я помогаю им, как и всему городу, кстати, от избавления от тех отходов, которые у нас есть, вот начиная от кофе из кофеен, заканчивая ящиками фанерными, деревянными, картонными, всевозможными, которые забираю каждое утро из магазинов. И, как видим, как правило, всегда у меня машина вот таким образом битком набита. Ну вот видим, сколько со вчерашнего дня тут у меня накапало вермичая. Я им поливал сверху наш вермисептик, вот этот. И теперь червячишки уже не испытывают такой жажды, и их оказалось меньше. Ну а вот видим, как здесь вороны копают. Чтобы этого не было, сегодня натяну здесь нитку, которая их отпугивает. Здоровья вам и благополучия!